мае 2018 года компания отметила свой 65-летний юбилей большим праздничным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин лично поздравил сотрудников компании, посетив индустриальную базу Мослифта. Мэр поддержал планы руководства компании по реконструкции производственных площадей и началу серийного выпуска современного энергоэффективного лифта. С уверенностью можно сказать, что компания вышла на новый виток развития. Реконструкция производства позволила нарастить и повысить качество производства компонентов и деталей для обслуживания и достичь снижения простоев и сбоев в работе лифтов. Производство стало экологичным и инновационным без дополнительных затрат на станочное оборудование. Для улучшения условий труда работников были созданы безопасные, умные, качественные, комфортные рабочие места, а бытовые условия для сотрудников теперь не имеют аналогов в отрасли. В 2018 году Мослифт стал лауреатом конкурса «Лучший работодатель Москвы». Кроме того, использование более совершенных технологий позволило увеличить количество и качество производимых лифтов. Сегодня Мослифт производит порядка 60 лифтов в месяц. В четвертом квартале 2019-го планируется выпускать ежемесячно 80 лифтов, а в ближайшей перспективе – до 1000 лифтов в год. Наши новые разработки – лифты «Стриж» с видеозаписью и новейшую диспетчерскую систему «Ситуационный центр» с успехом использовали при реализации пилотного проекта правительства Москвы «Смарт-квартал» в районе Марьино. На международной лифтовой выставке Russian Elevator Week 2019 лифт модели «Стриж» с видеосвязью «Кабина-диспетчер» стал победителем в номинации «Создание безбарьерной среды». В целях улучшения качества обслуживания жителей Москвы АО «Мослифт» проводит масштабную акцию по замене автомобильного парка аварийных и ремонтных служб. Обслуживая около 70 тысяч лифтов, расположенных во всех округах столицы, АО «Мослифт» строго придерживается временных обязательств по освобождению пассажиров не более 30 минут, что становится возможным не только за счет квалифицированного персонала и современных средств связи, но и благодаря надежному транспорту. При непосредственной поддержке руководства города Москвы АО «Мослифт» в 2019 году закупил 45 единиц техники, что составляет 20% от всего автопарка компании. В начале 2019 года впервые в истории компании была проведена корпоративная благотворительная гонка «Поможем вместе». Более 200 работников АО «Мослифт» и гостей стали участниками праздника, многие пришли с семьями. Дети сотрудников предприятия на регулярной основе отдыхают в летних лагерях на море и в Подмосковье. АО «Мослифт» гордится своими достижениями.